Добрий вечір. Я рада вас всіх вітати на телеканалі Київ, Радіо Київ, 98 fm Це програма Київ відверто та я її ведуча Марія Беркут. Сьогодні наша тема а, пластична хірургія. Це дадина моді або це а, у нас боротьба з комплексами. На цю тему сьогодні я запросила до нашої студії а, керівника єдиного топлес-шоу Біокукли Аля Калініченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Це дуже яскрава, дуже харизматична та гарна дівчина, а також з нами сьогодні пластичний хірург Сергій Грішай. Добрий вечір. Здравствуйте. А також а, психологиня, експерт Марина Главацька. Добрий вечір, шановні. Отже, ми сьогодні зібралися для того, щоб просто вирішити: а, для чого зараз. Існує пластична хірургія, це як боротьба з комплексами, це боротьба з якимись, можливо, вродженими вадами. Чи це данина моді? Скажіть, будь ласка, Сергій. Ще раз здравствуйте. Ви знаєте, все в місті одновременно. Пластична хірургія це, мабуть, єдина хірургія, яка працює від макушки і до п'яток. самый широкий спектр операций как раз в пластической хирургии. Действительно, есть два направления пластической хирургии. Есть эстетическая пластическая хирургия и реконструктивная. Часто, очень часто реконструктивная рано или поздно тоже переходит в эстетическую, поэтому они очень связаны. Если мы говорим о врожденных дефектах, если мы, мы говорим о... Посттравматических деформациях, лечение онкологии и тому подобное это, конечно же, реконструктивная хирургия. Когда нам нужно скоррегировать контуры тела, улучшить внешний вид это, конечно же, эстетика. Обе пластические хирургии они очень важны, я считаю, да потому что они помогают человеку улучшить качество его жизни. Мода она, конечно же, есть всегда конформизм никто не отменял, мы все следуем за модой, мы все покупаем айфоны, следим, кто как одевается, поэтому мода однозначно есть. Конечно, я противник, честно скажу, когда эта мода излишняя, когда я очень люблю натуральность, да, я даже считаю, что человек должен стареть натурально, я помогаю людям выглядеть максимально натурально. Самое лучшее отзыв после, самый лучший отзыв после моей работы, что никто вокруг не заметил, что произошло, но сказали как-то лучше, свежее стал выглядеть. Я очень люблю, когда так происходит. Mm -hmm. Дякую, Сергей. Аля, скажите, будь ласка, с чего началась ваша трансформация? Что вас надыхнуло на какие-то изменения в себе? Моя трансформация началась с губ как у всех, наверное, девочек, <laughs> большинства, точнее, вот, просто хотелось сочнее, красивее, у меня от природы очень тонкие губы, и так выглядит намного лучше для меня лично. Это было, ну, більш ваш порив. Це не человек, хлопець, Ой, ні. И І не, и не тому, що це просто появилось на нашому ринку. просто, ну... Я была далеко не в том, не в той волне первой, когда все начали делать поголовно. Я делала тогда, когда мне это понадобилось. И когда я нашла того доктора, который делает так, как я хочу. А, вот когда я почувствовал что мне это хочется вот тогда я сделала угу. Дякую а, скажіть, а, у вас є а, таке шоу як біокуклы да. а, існує вже 8 років дасить ну, багато дос довгий час а, які є а, каноны з якісь рамки чи щось як вы выбираете івчат на свій проект нации шоу белкулы ну вот здесь как раз огромную огромное значение имеет пластическая хірургия потому что у нас девочки или они от природы с формами а С достаточно пышными, либо же они что-то у себя делают, но в итоге, получается, более-менее приближенные фигуры к идеальным 90-60-90. Вот. Но я даю предпочтение пластике. Uh -huh. Пластика красивее, эстетичнее, смотрится на сцене. Пластика никуда не уйдет, если девочка набирает вес, получается, или же худеет. Потому что, раз мы топлишь шоу, у нас нельзя значит худеть, если девочка пришла с большой грудью, а потом дохуделась до 50 килограмм, uh -huh. и мы не знаем, что с этим делать. Вот тогда нельзя уже выступать. Есть определенные четкие а, позиции, по которым девочки отбираются. Должна быть хорошая грудь, а, должны быть сочные, красивые губы, подкачанная попа. У нас ни у кого нету пластики, попы, но все, по крайней мере, следят за этим. Ну и, конечно же, это все. Хорошо, это есть картинка, но самое главное ⁇ это подача себя на сцене. И даже если девочка полностью вся разрезанная, перерезанная, перешитая, но у нее нету харизмы, или она не умеет красиво подать себя на сцене, она не умеет работать со зрителем, то это все на самом деле сводится к нулю. Красивая кукла ⁇ это очень, конечно, хорошо, но сцена требует своей работы, своей отдачи и харизмы. Поэтому девочки в первую очередь выбираются по соотношению 50% вечность, mm -hmm. 50% то, что девушка может дать энергетически зрителям. Mm -hmm. Это очень важно. Спасибо, Аль. Мариночка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь до пластической хирургии? Нормально. Как нормально? любая женщина, нормально. Скажите, пожалуйста, а с чего начинается, ну, Ми говоримо більш про жінок, тому що чоловіки у нас менш закомплексовані в цьому плані. Я вважаю ну, сам, самі комплекси зовнішні. Так? У них багато інших комплексів. Ми зараз розбираємо, мабуть, зовнішність. Жінки йдуть на пластичну хірургію, вони щось десь заколюють, щось десь качають, щось собі розрізають. Чому так сталося? Тому що це вже з'явилося у нас на ринку, а раніше цього не було, і ми як дорвалися до цього всього. Чи це комплекси наші ще з дитинства? Чи ну як ви вважаєте? Такой очень объемный вопрос. А ведь, На ведь да, <свят> очень такой объемный вопрос, потому что здесь можно говорить опять же: так же, как и существует несколько разных косметических, косметических направлений, да, угу. о чем мы говорили. Но вы, наверное, все-таки больше говорите о том, что каждая девочка прежде всего хочет быть красивой. Да. У нас есть некий социальный образ которому хочется тянуться. Да? Мы сейчас э, э, в, в наш век э, интернета, э, каждая девочка э, практически сидит в Инстаграме. Mm -hmm. И для каждой вот этот некий образ идеала красоты, он свой. Э, и давайте будем говорить, что это как бы, это такое требование социума быть красивой но давайте посмотрим глубже что находится под этим то есть если я красивая то и давайте продолжим то есть если я красивая то я успешная если я красивая mm -hmm. то я э, защищена у меня будет лучший мужчина который сможет меня защитить я скорее всего буду э, гораздо более более легко в, в, проявлено в жизни Потому, потому что мы сто, стоим потом, Да, конечно, потому что красивых любят больше. Здесь и, и об уверенности, и также, конечно же, и о материальной части. Uh -huh. а, матери, потому что эта ценность в нашем социуме сейчас ну, практически у каждой девочки идет за главную. Uh -huh. Поэтому красивым легче. Uh -huh. Ну, не знаю, у меня бабусь сказала, не родись красиво, но родись счастливо. Да, так ну, я говорю, да, я говорю сейчас да. о таком глобальном убеждении, mm -hmm. таком более популярном убеждении на сегодняшний день. Нас не вчили быть хороными. Э, да, я с вами абсолютно согласен. У нас на подсознании, видимо, заложено, э, доверять красивому человеку больше, нежели некрасивому. Хотя на самом-то деле это далеко всегда не так, но тем не менее нам хочется, чтобы красивый человек действительно был как-то успешным, лучшим. То есть у нас есть такие стереотипы, и правда, это одна из мотиваций, которая заставляет людей идти на пластические операции. Это правда. Да, а более глубинные причины, опять же, это у каждого они свои. Но это как-то связано с нелюбовью до себя? Часто да. К сожалению, часто да, часто... Э... Ну, то дело за пластичную хирургию, ну, нехай люди любят себя <laughs> больше, правильно? принятие себя э, как таковой э, и часто непринятие своей внешности толкает девочку на изменение этой внешности. Mm -hmm. Если мы говорим о том, что нет каких-то явных, явных, э, явных показаний да, для того, чтобы изменить как, свою внешность. Mm -hmm. И, конечно, э, опять же, мы будем говорить о психологических аспектах, Аспектах. и это часто психологические аспекты, когда я не принимаю себя такой, какая я есть, и опять вернемся в детские родительские отношения, о которых я практически всегда говорю, это когда родители не додали мне этой уверенности в себе очень часто и не додали не только внутренней вот уверенности в себе но и внешней то mm -hmm. есть я не знаю какая я родители не отмечали там мою нежность мою красоту мою грацию отмечали например что-то другое и в этом вопросе очень важно папина отношение к дочери который как первый мужчина зарождает эту женскую уверенность на будущую жизнь для девочек. Mm -hmm. Дякую, Маринечко. Ось з цього в мене виникло питання. Аля, скажіть, будь ласка, коли ти почала змінюватися? От, там, вперше зробила губи? А, і як відреагувало твоє оточення? Близькі до тебе люди, мабуть, там батьки чи друзі? Яка була реакція? А, но так у меня получилось, что вокруг меня близкие люди меня поддерживали, в чем я бы, что бы я себе не придумала, вот, а, и подружки, которые у меня уже на тот момент с которыми я была близко общалась, у многих уже были губы или кто-то пробовал, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, а, но не могу сказать, что это прям я вот сделала все вокруг перевернулось а кто-то замечал кто-то не замечал кто-то что-то спрашивал но зачастую просто но ну, окей да я даже не могу сказать точно что думали люди которые были вокруг и на тот момент молодой человек с которыми я встречалась он даже по моему и не понял что случилось это это не надо было ему мне кажется знать и там объяснять что что я делала ну окей хорошо. Тобто повернемося до того, що ми всі хочемо себе почувати більш сексуально, більш жаданою, і тому йдемо на якісь такі а, методи. Я б сказала, коли мене запитували, що я собі там щось робила, чи хочу зробити, я завжди казала, що я хочу зробити собі груди, і багато хто з чоловіків казали, що це ну. Для чого це тобі? В тебе так Ой, все, все добре, це так гарно. Говоря, не треба не ведет, так. А ось ти знайдеш свого чоловіка. І якщо він буде проти, що ти про це скажеш? я завжди казала, що це потрібно. Перш за все, тільки мені, і мені все одно, що каже на це, мій чоловік, чи це йому подобається, не подобається. Це моє тіло, це моя трансформація. Я повинна виглядати так, як я собі бачу, як я це відчуваю. Ну, тобто, це повинно бути насамперед важливо для нас самих, правильно? Да, но я, кстати, знаю очень много мужчин, которые, ну, поскольку я работаю с девушками с пластикой, вот, я не единожды слышала, что мы все за натуральную грудь. Вот такие девочки натуральные, они молодцы, натуральные губки, натуральная грудь, но они всегда это говорят либо до какого-то поряда времени, либо когда их женщина рядом, потому что пластика, Смотрится, если она сделана хорошо. Она смотрится хорошо. И она никогда не будет. Э, ну, опять же, если все симметрично, все красиво сделано, она никогда не оттолкнет мужчину, который все как бы во всем за э, натуральность. Я не верю в такое, что подойдет мужчина такое и скажет: Вот я тебя люблю, ты вот мне нравишься. Но твои сиськи силиконовые. Ну, вот нет ну, не может быть такого. Ну, и если и может, то это прям, мне кажется, какой-то маленький процент. В основном, если человека принимает, то человека принимает таким, какой он есть. Если решение было за девушкой сделать себе силиконовую грудь, значит, и встречая, если она знакомится с мужчиной, который до этого был только за натуральность, он ее, если принимает как человека, значит, и решение ее примет. А есть еще человеки, як я уважаю, которые просто боятся быть с яскравой женкой. Біля себе. абсолютно согласна. Тоді, коли чоловік каже, не роби собі татуювання, а вона хотіла не роби собі губи, що ти собі наколола, не роби собі цей татуаж, не роби собі це нічого це не роби. Я тебе і так кохаю, так люблю, але ж він рота відкриває і дивиться на всіх інших більш яскравих жінок. То е, я вважаю, що якщо ти зустрів жінку, яка це все хоче собі зробити. І він, знаєте, починається таке пресування, ти себе не любиш, якщо ти це все хочеш собі зробити. Тобто е е хоче нав'язати свої комплекси ці жінці. А я вважаю, що якщо жінка це все вирішила для себе зробити, вона хоче бути більш яскравою, більш, може, для себе впевненою, більш сексуальною для себе насамперед, так. І якщо чоловік. Так радикально проти, то це вже його комплекси, це вже не її комплекси, це його. Він просто не знає, як він потім втримає біля себе таку впевнену в собі жінку. Ну це просто такі. тут ще один вопрос возникає. нужны ли вообще такі отношения, там, где йде прессинг навіть по поводу і ріжек. каких-то неуверенностей. Скорее всего, что просто э, эти отношения не... Ну, может быть, это какие-то каноны э, минулого. Может быть. Еще это касается и спорта. Так же самое. Вот мужчина говорит, вот, да, даже просто берем самое элементарное. Не пластику, а не худей, ты и так хорошая а потом встречаешь его где-то за ручку с какими-то подружками другими, или все равно там листаешь Инстаграм и видишь его лайки у кого-то другого. Но это просто очень элементарные вещи, которые случаются каждый день, даже если пластику не брать. Вот тогда это уже проблема. Так, Алю, Мариночка. Да, я бы здесь дала такую, такую легкую чер черточку. Um, мы um... Опускаем еще отношение вот, мужчины к женщине по поводу нежности и тепла к ней. Очень часто мужчины говорят, это и для того, чтобы ее защитить от чего-то болезненного. И это нельзя опускать, чтобы защитить ее от чего-то неприятного, от чего-то, что может принести ей какой-то дискомфорт. И это тоже часто бывает. Я слышала такие такие случаи были и были в моей практике тоже. Она хотела, а он очень по-настоящему действительно очень за нее переживал, что с ней может в процессе операции mm -hmm. что-то произойти, и ей будет больно, и разделять и ему, например, самому больно разделять эту боль. Mm -hmm. И не требует это, это тоже больно. На самом деле, опять же, эти все случаи, они очень индивидуальны. Хотя mm -hmm. то, о чем вы говорите, имеет место быть. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, Сергей. Мы тут говорим э, про комплексы женщины и мужчины. А чи звертаются до вас человеки за пластикой? И если звертаются, то что они чаще себе? Да, вы знаете, мужчины — это, конечно, очень такой специфический контингент пластической хирургии. Мотивация у мужчин может быть очень разная, и она зачастую сильно отличается от мотивации женской. Да? Я вот немножко в предыдущий разговор добавлю, что ни в коем случае не надо делать ничего ради мужчины, конечно же, надо делать только ради себя. Мужчина точно так же будет любить или же не любить вас с грудью и без груди, это абсолютно никак не повлияет на ваши отношения. Может быть, на очень короткий период, но люди такие, что мы ко всему привыкаем абсолютно, и через полгода, через год он уже не будет. Получать того удовольствия от ее груди, как это может быть в самом начале, да. Поэтому мотивация однозначно только ради себя. Насчет мужчин я скажу следующее: у меня достаточно много пациентов-мужчин, потому что я занимаюсь одной из моих направлений это трансплантация волос. И, конечно же, здесь у меня где-то треть, наверное, всех пациентов это мужчины, это в основном лы лысеющие мужчины. У них тоже очень интересная мотивация. Самая интересная мотивация, наверное, у мужчин — это э, 40-50. Это достаточно состоятельные мужчины, уже с кризисом Чтобы быть молодшими, возраста. так? Выглядать молодшими. Они очень часто мне прямо говорят. Я со своей женой уже разошелся, ну, извините за прямоту, да, но вот у меня сейчас молодая девочка, а родители этой девочки такого же возраста как я. И просят, сделайте так, чтобы я выглядел моложе. И трансплантация волос в этом случае, ну, убирает, наверное, лет 10. Конечно, там еще будут ряд, наверное, операций по омоложению, но вот трансплантация волос ⁇ это то, что действительно может очень сильно омолодить. Да, одно дело, когда это в 20-30 лет, когда еще... Так называемый юношеский максимализм, когда только первые волоски выпадают, это достаточно такие сложные пациенты, потому что они требуют идеального результата. 40-50, мне кажется, даже любой результат, который будет лучше, чем предыдущий, мужчина будет себя чувствовать уже уверенным в себе, и это поможет ему дальше идти на подвиги, да, которые мужчины делают. Кроме того, мужчины очень часто идут на липосакцию. Они пытаются об этом, конечно же, никому не говорить. Все мы при помощи спорта все уходит. Но на самом-то деле нет. Да, на самом-то деле я всегда говорю, что если вы хотите идеальное тело, пластический хирург один вам не поможет. Здесь должна работать комплекс специалистов, в том числе и персональный тренер, и диетолог, и, возможно, эндокринолог, да, вот. Но есть иногда места, которые вот спортом, ну, совсем не уходят. У девочек это чаще, на самом-то деле, у них называются так называемые жировые ловушки, это низ живота, это бедры, которые не уходят никаким спортом, никакими диетами, да, а у мужчин чаще Чаще всего это вот бока, живот. Ну, живот тоже не всем показано, потому что у нас у мужчин чаще всего как раз висцеральный, это глубокий жир развивается, его невозможно убрать при помощи какой-либо операции. А вот поверхностный жир, бочка, это мужчины делают грудь тоже вот, когда уже развивается так называемая гинекомастия, это когда увеличивается грудная железа у мужчин, они тоже хотят от нее избавиться и приходят. Вот З таким приходять ко мене чоловіки. У мене був чоловік, він робив цю операцію, яку тільки що назвали. У жінки пластичного хірург жінка була, і знаю, що у них був ще й зв'язок, прямо там, після операції. Тому хороший наркоз був, швидко вийшов навіть. Так, так, так. Це є про те, що у, у чоловіків немає комплексів. Вот Він не тут уверена. зробив сітки откачали зразу. Тут вот я робив собі операцію, вже так, нічого не звисає, вже не такі жордя, і пішов до пластичної хірургії. Іди сюди, будь ласка, будемо разом. Такі під... А скажіть, будь ласка, а чи часто до вас, Сергій, а, жінки? А, ну, Як би це мовити, підкочують після операції. знаєте, Вони становіться більш впевнені, більш сексуальні. Чи були якісь у вас непристойні від жінок пропозиції? Ви знаєте, я е, все-таки на роботі я доктор да, mm -hmm. в першу чергу, а не мужчина, і тому навіть якщо Девушка, женщина пытается проявлять свою сексуальность по отношению ко мне. Я пытаюсь это все блокировать. Извините, на работе вы пациент, я доктор. Давайте общаться в рамках наших э, профессиональных взаимоотношений. Ну то, есть на избыточной сексуальности вы. Вот каждая девочка, которая оголяет грудь перед хирургом, а. она всегда пытается спинку выровнять, всегда пытается казаться лучше. Она пришла на липосакцию живота даже перед разметкой. Она животик втянула и говорю, ну зачем вы втягиваете? Нам же надо сейчас видеть реальную картину, а не то, что будет. Она все равно женщина, она в любом случае старается быть красивой даже перед пластическим хирургом. Я саме про це і кажу, тому що щоб, м, ви бачите кожен день багато цих е, жіночих форм, груди, бедра, ну, оголену гол, жінку, багато жінок. І е, для дівчини, яка з вами жінка е, вона, ну, може ревнувати, так? тому що ви бачите, ви бачите, трогаєте цю жінку. Тому е, е, у вас є. пара, у вас Да, конечно. Как она э, ставится до вашей такой працы, до вашего э, фаху? Я думаю, она уже смирилась, она понимает, э, кем я работаю, да, и как я зарабатываю деньги. Я думаю, конечно, в глубине души она никогда полностью с этим не смирится, конечно же, у нее всегда будут, наверное, э, чувства, что кто-то будет красивее или лучше выглядеть, чем она. Я очень часто слышу, а давай сделаем мне то, а давай сделаем мне то. То есть мне приходится дома немножко, знаете, остужать пыл давай все делать, давай все делать. Это же грех не скоро статус, когда <laughs> человек, пластичный хирург, это мой лучший друг, uh -huh. <laughs> тому почему не Дякую, Сергій. А зараз на одну хвилиночку ми перервемося. Я нагадаю, що це Київ відверто на телеканалі Київ та Радіо Київ. 98 FM. ФМ. Зустрінемось через декілька хвилин.